Всем привет, дорогие друзья! Как и обещал в предыдущем видео, решил я сделать такой обзорчик на планшет Xiaomi Mi Pad первого поколения. И, в принципе, как бы обсудить, актуальна ли покупка на сегодняшний день. Почему? Потому что ценник, в принципе, составил порядка... 9990 в магазине, но у меня там скидочка была, обошелся он мне, короче, 9500. Я так думаю, за эти деньги сегодня планшет такого качества и такой производительности точно уж не найти. Так, ну и давайте к планшету. Покупал я его в магазине Связной, заехал, не помню зачем туда, смотрю, лежит планшет, то есть на витрине, цена 9990, и решил как бы прикупить. Мы видим планшет Mi Pad на 16 гигабайт в белом цвете, комплектация у нас тут идет Mi Pad, USB 2.0 кабель, инструкция, зарядное устройство и гарантийный талон. Процессор NVIDIA Tegra K1, 4 ядра на 2,2 ГГц. Это, в принципе, основное, что повлияло на мою покупку. Данный процессор. Так как он идет у нас всего в трех видах планшетов. Это вот Xiaomi Mi Pad, NVIDIA Tegra, NVIDIA Shield, извиняюсь, и, по-моему, Nexus 9. Вот там шел еще данный процессор. Ну, что-то Nexus 9, он что-то как-то не пошел и быстро был снят с производства. NVIDIA Shield, как мы помним, там была проблема с батарейкой, но потом вроде как решили эту проблему, то есть отозвали планшеты, но, насколько я знаю, это не помогло. И так называемый Xiaomi Mi Pad. 7,9 дюймов. Retina дисплей Full HD, разрешение 2048 на 1536 пикселей, мультитач. 2 гига оперативы, LDDR3, 16 гигов памяти, с возможностью расширения флешки до 128 гигов. Камера 8 мегапикселей. Ну, тут, в принципе, если нажмете паузу, кому что интересно, можете почитать. Здесь все на русском, так как планшет поставлялся в Россию, продавался в российских магазинах, то есть. И ниже есть описание, все уже на английском языке, на китайском, тут иероглифы какие-то, серийный номер. И вот такая вот у нас упаковочка, своеобразная, еще старая, наверное, помните, когда раньше упаковывали Самсунги в такие коробки, все такое. Вот в таком виде он идет у нас, вот так он запакован. Я его, конечно, потестил, ребят, попользовался, чтобы вам все рассказать. Идет он вот в такой защитной пленочке. Вот так все это дело выглядит. Выглядит на отлично. Так, комплектация. Документы, скрепочка для лотка, документики, гарантийный талон. Все на русском языке. Как мы видим, уже все идет на русском языке, потому что... Повторюсь, планшет поставлялся для России. Видите? Никакого китайского. Если взять, к примеру, предыдущее видео, где я распаковывал Xiaomi Redmi 4 Pro, там данная документация идет на китайском языке. Кабель microUSB. Так. И вот такая вот зарядулька. Уже европейская зарядка, оригинальная, хиаемевская, на 2 ампера. Камера, наверное, не передаст, да, как бы. На 2 ампера все отлично заряжает. Ну и сам, вот он сам планшетик. Так, сейчас секундочку, поправлю я штативчик повыше, чтобы видно было все, чтобы все разглядели с вами, ребят. Вот он, Xiaomi в белом цвете. В России он поставлялся в двух цветах, белый и голубой. В Китае на сайте AliExpress больше цветов, то есть на поставку.
Получается, у нас Retina дисплей такой же, как на iPad. Покрыт он Gorilla Glass 3. Не царапается, все отлично. Пленку даже не клеил, ничего. Батарейка у нас, аккумулятор на 6700 мАч. Если я не ошибаюсь, мы сейчас это все в тестах посмотрим. В принципе, батареечка слабовата, честно скажу, слабовата для данного процессора. Вот так все это выглядит. Начинка у нас. Сейчас мы зайдем в настройки и о телефоне, о планшете, извиняюсь. Так, получается, версия Android у нас 4.4.4, версия Mio 7.5.2 стабильная, 4-ядерный процессор, 2,2 ГГц, Азу 2 гига. Пробежимся с вами по тестам. У нас что дает? Так, сейчас, секунду. Так, Эпик Цитадель у нас выдает. Сейчас, секунду, все это дело загрузится. На ультра настройках FPS 53.3, разрешение, как мы видим, все написано. Это Epic Citadel. Единственное, что мне не нравится, постоянно он, когда перезагружает, просит подождать чуть-чуть. Antutu у нас выдает. Там тоже был неплохой результат. 71 тысячу Antutu дает. Как бы я считаю, что это неплохо. 71. И 3D Mark. 3D Mark у нас единственное, что не все тесты поддерживает. Половину тестов, то есть на 3D Mark нельзя сделать. Почему нельзя, не знаю. Пишут, что ваше устройство не поддерживается. 3D Mark. Так. Как мы видим, сейчас прогрузится дело. Мой девайс, вот он, мой девайс, ребята, как видно. На тесте iStorm Ultimate 27 000, на iStorm Extreme 13 647. Как бы вот он, мой девайс. Тут все о нем расписано в тестах 3D Mark. То есть чипсет Tegra K1-32, процессор, графический процессор Кеплер, память, вот все, в принципе, можете посмотреть, кому что интересно. Сейчас прокручу помедленней. Жмите паузу, как бы, ознака, да, 6700 мАч батареечка. Как бы вот такие вот дела. Если взять из версии лучший девайс, то мы видим, в принципе, он занимает не самое последнее место. Сейчас, вот он, MIPAD наш, Tegra K1. То есть идет по сравнению с Xiaomi Mi 5, Samsung Galaxy 7 Edge, то есть, ну, недалеко. Причем, как видим, то есть процессоры 820, это последний, одни из самых последних процессоров, то есть, но наша Tegra, в принципе, на высоте тоже. Tegra K1. Как повторюсь, это было основополагающее для того, чтобы я приобрел данную модель планшета. Хотел вообще Shield купить, но Shield сейчас на рынке не найти. Даже как бы бэушные, ну, бэушные попадаются в очень плохом состоянии. Что касаемо игр, Нову тянет 3 на ура. War Robots тоже, Mortal Kombat вообще летает. Танки на средних настройках стабильные 58-60 FPS. То есть, ну, ниже 57 у меня ни разу не падало. Ни разу это самое не опускалось. Это раз. И давайте как бы протестим быстренько танчики. Как все это дело пойдет. Как мы помним, на Xiaomi Redmi 4 Pro
на средних настройках был вот 30 FPS. Сейчас здесь, сейчас как бы посмотрите. Ребят, процессор горячий, сразу говорю, процессор очень горячий. В районе камеры вот тут вот нагревается, то есть очень-очень сильно. Так, сейчас все это дело загрузится. Так, выставим сейчас настройки. Настройки, где у нас настройки? Вот настройки. Видим средние настройки. Средние настройки у нас, в принципе, нормально. Ну, давайте налево проедем. Сейчас также быстренько сольем этот бой. Это просто показать, что держит FPS нормально. Средние настроечки 57, видим FPS 58, 59, то есть в принципе все good, все good, все идет. Дисплей очень хороший, хорошая цветопередача, все отлично, то есть дисплею вопросов вообще нет. Никаких. 57. Пинг, как видим, 22. То есть, ну, в средний вот FPS. Вот, вот сейчас на 55 просел. Это где трава? То есть, получается, у нас где трава 55 FPS. Сейчас посмотрим, где бой. Но я считаю, что за десятку лучше вы не найдете. Сравнение взять, даже вот я до этого брал себе Lenovo, не помню какая серия, за 13 тысяч, ну, намного хуже. Также был у меня Asus ZenPad, по-моему, 7-дюймовый. Повелся я на то, что там интеловский процессор. Ребят, на интеловских процессорах вообще не советую что-либо брать. Почему? Потому что все это ерунда. Лучше взять. То есть мы видим, в принципе, просадка не ниже 50. 50 это как бы самое низкое. Вот слили бой. На высоких настройках, ну, он где-то 30-очку держит, 30 FPS. Это что касаемо танчиков. Нову тянет, на нове вообще стабильно 60. Ну, это даже в таких местах, где большая перестрелка. Так что, ребят, советую для покупочки данный девайс. Ищите в магазинах, не знаю, с чем связано, но хотел еще один такой же прикупить племяннику своему. Поехал, уже сказали, что как бы закончились они, ну, в том магазине, где я брал, в Связном. Вроде ждут поставок. Еще есть версия, идет на 64 гига, но вот когда я покупал, на 64 не было. Из минусов, единственный минус — это батарея, ребят, хочу сказать так. Либо мне попалось, почему? Потому что я его брал, когда он был полностью разряжен, что-то я торопился, не стал я там ждать, пока новый принесут. Зарядил, все вроде работает, нормально. Единственное, что аккумулятор во время игр садится очень быстро, в принципе, и в режиме ожидания. Подсаживается он сам по себе, так как запущено много процессоров. Но об этом обсуждалось. Сам процессор, вот этот Tegra K, он очень сильно прожорлив. Так что готовьтесь носить с собой Powerbank постоянно. То есть, если хотите поиграть, сидеть около розеток. А так, в принципе,
планшет достойный. Очень достойный планшет. Да, еще единственный минус, это глянцевая поверхность, она очень скользкая. То есть, когда вы ее держите, возможно, что планшет у вас с рук выскользнет. Ну, это как бы, не знаю, кому как, у меня пока он еще не летал. Но этот вопрос решается путем чехла. Заказал я на него пару чехлов. Тоже, как придут, сделаю обзорчик на чехлы. И заказал защитное стекло сюда. Что-то там порядка 300 рублей чехол и 300 рублей стекло это стоит. Ссылочки будут в описании на данный планшетик. Ну, а так, как бы, решайте сами. Актуальность по поводу покупки его в 17 году. Да, еще актуально. Игры тянет на уровне, как бы, как сами видели, поиграться можно. Так что, в принципе, покупайте. Советую всем. Спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ждем нового видео. Всем спасибо. Пока-пока. Жду от вас лайков и подписок. Всем пока.